Подмосковный клуб «Атлант» одержал 12-ю домашнюю победу в чемпионате, обыграв минское «Динамо» в овертайме 2-1. На 25-й минуте игры «Атлант» вывел вперед нападающий Денис Архипов. Для него этот гол стал 7-м в сезоне. В начале третьего периода минчане смогли перевести игру в овертайм. Но на 2-й минуте дополнительного времени нападающий Ян Булис свел на нет надежды гостей на успех. «Атлант» выиграл, набрал 58 очков и занимает первое место в чемпионате. Минское «Динамо» потерпело уже 16-е поражение в КХЛ.